на большой демонстрационный электроскоп. Устанавливается цилиндр Фарадея. Берут два пресигласовых диска, на один из которых наклеен мех. Диски поочередно вносим в цилиндр Фарадея. Показания электроскопа при внесении дисков остаются нулевыми. Это доказывает, что диски исходно разряжены. Потерев один диск, а другой, вносим опять в цилиндр Фарадея, не касаясь его стенок. Стрелка электроскопа отклоняется в каждом из случаев практически на одинаковое количество делений. На основании этого можно сделать вывод о равенстве зарядов. Сложив диски вместе и внеся их в электроскоп, фиксируем неподвижность стрелки на нулевом делении электроскопа. Это говорит еще раз о равенстве зарядов.